Спорткомплекс «Мордовия» – конечная остановка 18-й «Газели». Этот микроавтобус застать здесь очень сложно, и, похоже, это на самом деле конец маршрута. Индивидуальный предприниматель, который выпускает на линию 18-й «Газели», еще в апреле написал городскую администрацию письмо о том, что отказывается работать на маршруте. Мол, не может выполнять условия договора, не хватает машин. Администрация, как и положено, объявила конкурс на освободившееся место. Заявки принимались 24 мая по 24 июня. Ни одной не поступило. В связи с отсутствием заявок комиссии принято решение о том, что конкурс признать несостоявшимся и рекомендовать администрации городского округа Саранск рассмотреть вопрос о закрытии данного маршрута. Но окончательное решение за городской администрацией. Действующий перевозчик продолжает работать до 12 июля. Но вот в каком режиме? На центральном рынке одной из самых загруженных остановок города 18-ю «Газель» никто не ждет. Вы какой автобус ждете? Девятый. Девятый. А вы какой? Да миленькая, я 8-й или 9-й автобус. Понятно. Скажите, а вы какой автобус ждете? 9-й. 9-й тоже. А вы какой транспорт ждете? 37-ю «Газель». 37-ю «Газель», а вы? 37-ю «Газель» мы вместе. А на 18-й «Газели» вы не ездите случайно? Или... Нет, но она редко ходит, 28-й, больше ходит. В лучшие годы по 18-му маршруту ездило до 40 машин. Сейчас оптимальным количеством считается 20 единиц транспорта. Однако по факту на линии 6-8 «Газелей». Это в будни, в выходные и того меньше. Надо ли говорить, что в таких условиях пассажиры выбирают альтернативные маршруты, которых предостаточно? На отдельных участках он дублируется в центральной части города и большим количеством других автобусов, так как он следует с центра города на Светтехстрой. Вот, через улицу Полежаева проходит максимальное количество маршрутов регулярных. Вот, в связи с этим на последнее время на данном маршруте наблюдался низкий пассажиропоток. Низкий – это мягко сказано. Водители 18-й считают пассажиров по пальцам. Много у вас пассажиров бывает за день? Ну, за рейс вот, человек 5 в одну сторону везет. В этом году по сходным причинам Саранск уже лишился одного маршрута. Ушел в историю 41-й автобус. Чуть было не повторил его судьбу 44-й, но в этом случае перевозчик таки нашелся. Павел Степаненко, Константин Соколов. Наши новости.